Добрый вечер, друзья. Для вас прозвучала композиция инструментальная, авторская, как наоборот сказал, ну ладно. «До завтра» называется. Но мы с вами не прощаемся, мы с вами здороваемся. Здравствуйте, дорогие друзья. Я, конечно, отсюда очень плохо вижу, меня на меня светит. Давай софиты, представимся. Софиты. Мы группа «Тысяча причин», и с нами сегодня наш друг. Замечательный. Пианист-композитор. А также пианист программы «Хорошие песни» на телеканале ТВЦ. Это так и есть. Да. Дмитрий Мальцев. Ваше понимание. Да. Да, сегодня это 1001 причина. Но какая причина? Людмила Чизганова. И Сергей Егоров. И сегодня, конечно, мы в таком уютном месте собрались, как сегодня в этом кафе, обязательно. Мы обязательно проведем очень приятно наш вечер, я надеюсь, да? И ваша поддержка всегда нужна, и ваши аплодисменты, да, ваше настроение. Ныне и присно. Так называется наша песня в переводе на современный язык «Сегодня и всегда». Клёны оделись по моде, летний закончив сезон, спорят со мной о погоде. Старый потрёпанный зонт осень по улицам крушит, листья крадет из-под ног. Как же мне все-таки нужен твой долгожданный звонок? Дождь отдохнуть на асфальте приляжет, тихо прошепчет пора. Где отыскать тебя, он не подскажет и проспит до утра. Дождь отдохнуть на асфальте приляжет, тихо прошепчет пора. Где отыскать тебя, он не подскажет и проспит до утра. Вот уж зимняя вьюга в сердце поземкой стучит, ищем метели друг друга. Ты позвони, не молчи, льдинки разлуки растают, теплым покажется снег. Как мне тебя не хватает ныне и присно вовек. Белые шубы закутались крыши, в плен угодив февралю. Голос родной в телефоне услышу, верю, надеюсь, люблю. Белые шубы закутались крыши, угодив февралю. Голос родной в телефоне услышу, верю, надеюсь, люблю. Голос родной в телефоне услышу, верю, надеюсь, люблю. А стоит сказать, что мы исполняем свою музыку, свои песни на стихи или совместные работы с нашими друзьями-авторами. Кстати, некоторые из них сегодня в этом зале. За что огромное спасибо, что нас пришли поддержать. Вот, и мы начали с песни санкт-петербургского барда, автора-исполнителя Михаила Андреева. Он, конечно, просил онлайн-трансляцию, но мы сегодня у нас не получилось. Ну, мы передадим
запись сегодняшнего концерта. Вот. И несколько песен мы споем из репертуара, из нашего совместного альбома, который так и называется «Солнце край», как мы называли сегодняшнюю программу. Итак, «Билет на последний автобус». Есть песни о любви, есть песни про жизнь, за жизнь. Ну, это вот такая песня, которая совмещает это вот и любовь, и за жизнь. «Билет на последний автобус». Ребенком обиженным хмурится серое небо. Все ярче зрение постаревших берез желтизна. Ложится судьба нам в ладони черствеющим хлебом. И что дальше делать, похоже, не знает она. Ночи в лужах купаются, клёт старый лис обронил рыжий мех. Грусти с тобой, как же так получается, что счастья опять не хватило на всех. Под окнами ночью дождливая скука. Рисует листвой разноцветный осенний маршрут. Уют на рабочем столе моего ноутбука. Вот только согреет ли душу подобный уют. И правильно, покрепче меня обними, обопрись на плечо. И пусть загнала жизнь нас почти на окраину. Билет на последний автобус не продан еще. У вас все-таки с первым снегом, да? Первый снег ждем, да, вот я когда была маленькой, все время, да, вот первый снег, вот уже когда ляжет, да, ой, сразу санки, горки, да, там снежки, все остальное, это как красотища. Ну, конечно, предвкушение сразу праздников новогодних, да. У нас в институте, Дим, что говорили? Что говорили? Пошел снег, готовься к экзаменам. О, видите?
А сейчас какая ассоциация? Первый снег. Что значит? У кого как остаться? Резину менять. Резину менять. Все поменяли, у кого есть машина. Ну, а у нас, конечно, песня с первым снегом. Конечно, о любви. Для вас с первым снегом. Стучит состав по рельсам полусонный. До всех сугробов точно навело. А первый снег, как знаком бесконечность, закрыл стеной вагонные огни. С первым снегом тебя, с первым снегом, запоющим на улице ветром. Так хочу долететь я до нашей мечты. Белый танец притихшего неба на три четверти вальса холодной зимы. Опять вокзал разлук, перронных вечность. Но верим мы, что кончатся они. И прячет ночь за серым горизонтом твою любовь и куб твоих тепло. С первым снегом тебя, с первым снегом, запоющим на улице ветром. Так хочу долететь я до нашей мечты. С первым снегом тебя, с первым снегом, белый танец притихшего неба на три четверти вальса холодной зимы. Не скорбя, куплю билет с московского вокзала. Встречая здесь, я люблю тебя. С первым снегом тебя, с первым снегом, запоющим на улице ветром. Так хочу долететь я до нашей мечты. Четверти вальса холодной зимы. На три четверти вальса холодной зимы. На три четверти вальса холодной зимы. Людмила Чижганова, Сергей Егоров, Дмитрий Мальцев. Следующая песня у нас называется «Невозвратные вагоны». Ну, что сказать, чтобы вам легче было ее, ну, с первого раза понять? Вы знаете, иностранцы часто задают вопрос, что такое «данет»? «Данет», «данет»? Что у вас у русских такое? Ну, вот как-то так вот. «Да нет», «не да да». «Хочешь кофе?» «Да нет, ну, пожалуй, постой, может быть, да?» Вот. Ну, песня о любви, конечно. Вот, а обычно, когда не знают, как назвать, ну вот чтобы называть по первой строчке, ну, назвали по последней эту песню. «Невозвратные вагоны» называется. Совместная работа с Михаилом Андреевым. Настроение не заводилось с утра. Время года, понимаешь, не такое. На асфальте старого мокрого двора пара дворников сражается с листвой. Вот
правды мы сейчас как будто на войне. Кто-то снова побеждает, кто-то тонет. Невеселые слова с приставкой «не» поселились, прописались в нашем доме. Неоконченный куплет, недописанная книга. Не до да и не до нет, не до слова, не до крика. На листочке запиши неизвестные ответы в заколочках души. Заблудилось наше лето. Да бывает, что воюем иногда. Но ведь любим же, какие тут сомнения. И среди дорог ведущих в никуда мы всегда найдем тропинку к примирению. Лучик солнца пробежится по стене. Поцелуями друг друга мы разбудим. И отныне всяких неприятных и нет. Больше в дом свой никогда пускать не будем. И ненужные слова, ни не один обид. Мы и так-то оба два, жизнь убиты, перебиты. Помню радость первых встреч, расставание на перроне. Нежный бархат твоих плеч, твои теплые. На вокзале поезд ждет в те края, откуда к ссорам нет возврата. Заберем в наш единственное «не». Не вернемся никогда мы к ссорам нашим. И увидим наяву в своем окне миротворческие армии на марше. Сядем мы с тобой вдвоем на плацкартной Нижней Волге, коньячку себе нальем. За ушедшие размолвки вдоль пути снега не тут. Перелески, перегоны нас к любви с тобой везут. Невозвратные вагоны вдоль пути снега не тут. Перелески, перегоны нас к любви с тобой везут. Невозвратные вагоны. Да, вообще, просто как будто все время репетировали. Они ведь не сыгрывались, только сегодня. Понимаете? Вот насколько профессионалы оба, да? Не, ну мы с ним пару раз играли на телевидении, ну, а... Ну, это же совсем другое. А этот репертуар, да? Да. Как он играет, ой, ну, я наслаждаюсь. Да, мы прямо, да. Слушаешь со стороны, тоже наслаждаешься. И, конечно же, что хотим сказать, да, ну как же вот наш вечер без романса, да, такое слово красиво, романс, роман произошло и романс добавили, да, ну как это, конечно же, это же воплощение русской души, да, выражение глубоких чувств, эмоций, да, ну и у нас, конечно, в нашем репертуаре есть романс современный, да, называется «Прощальное письмо». Он написан в стиле старинного романса. Для вас прощальное письмо. Теперь же все наоборот.
ваших царственных очах. Давно ни страсти, ни отваги. В который раз взгляд равнодушный, лживой речи. Но кроме ваших колких фраз, I'm gonna make it.
акцент. Для вас прозвучал песня в стиле Пасодобль. И сейчас я немножко хочу сказать несколько слов, да? Здесь в зале находится у нас замечательный человек. Я хочу вам его представить. Это... По секрету скажем, он стихи написал, да, вот на песню «А давно ли», которая давно только что прозвучала. Еще будут звучать его песни. Я хочу вам представить... Так, сейчас скажу, чтобы мне не ошибиться. Тут длинный список, член, поэтому... Да, член Союза писателей СССР, поэт, писатель, дипломат, полковник внешней разведки Анатолий Григорьевич Пшеничный. Пожалуйста, представьтесь, Анатолий Григорьевич. Да, вы знаете, песни на его стихи поют довольно известные люди. Александр Буйнов, Игорь Слуцкий, ну и так далее. Михаил Шуфутинский, группа «Сентябрь», ну и так далее. Да? А сколько у него регалий, это просто не... Не перечислить, это мы будем долго-долго-долго. Запомнили, там Анатолий Григорьевич, да, сегодня еще удивительно, что он к нам пришел нас поддержать. Вы знаете, он сразу с самолета, с аэропорта нам звонит, что я буду на вашем концерте. Представляете, какой подвиг для нас этого замечательного человека. Спасибо. Пожалуйста, скажите что-нибудь нам. Выйдите, пожалуйста, может, вы что-то скажете. Нет, просто я хочу сказать, что у нас, руководит он клубом «Ветер Победы», который находится... Так, можно чуть-чуть? И Сергей сейчас, может быть, расскажет. Клуб авторской патриотической песни под названием «Ветер Победы». Ну, скажите что-нибудь. Спасибо большое. Вот я очень рад, что это ребята, вот это замечательная группа. Они выступают на Поклонной горе очень часто в концертах, которые мы проводим. И я тоже всех призываю, если... Смотрите, как замечательно. А патриотизм не только песни о том, о родине и так далее. Любая лирическая песня, где о любви поется, говорится, это всегда патриотическая гражданская песня. Спасибо, спасибо огромное. А Сергеем он написал уже несколько, ну, много песен на мои стихи. И у нас вышел даже уже альбом, в котором прилично, да? Да, сегодня, кстати, есть альбомы, один, даже два из них. Это вот с Анатолием Григорьевичем написанные песни там вместе с другими артистами сборника. И с ребятами очень легко работать. Вот мы написали с Царством Небесным, Сашей Кальяновым, с Игорем Слуцким для Кальянова песню «Не спешите стирать номера». Друзья у нас ушли очень много в эту болячку ковидную. Вот. А телефоны их остались у нас, как у вас тоже у многих, в телефонной книжке. И спели в Кремлевском дворце, и потом потерялась фонограмма, минусовка. Сережа это моментально, он буквально за день, за полтора дня все сделал, восстановил. И мы снова в наших концертах поем эту песню. Приходите на наш концерт на Поклонную гору, в любом поисковике «Ветер Победы», и вы увидите и песни на стихи, и мои, и других моих товарищей. И вот этих ребят замечательно. Спасибо вам. Вы знаете, Анатолий Григорьевич, вот следующая песня у нас стоит, именно она. Про которую вы сейчас сказали. Да, это не моя музыка, да, аранжировку я восстановил, но музыка Игоря Слуцкого, стихи Анатолия Пшеничного, «Позывные друзей». Пусть как прежде живут.
позывные друзей. Не спешите стирать номера. Мы не так уж и прожили много, и летая маршрутом своим, не садили товарищи строго, чтобы быть несудимым за ним. Так же падают листья и звезды, звенят у колен. Только жаль, что мы поняли поздно, что друзья не бывают взамен. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите. Ну, теперь давайте, ну, не то, что давайте, а следующая песня у нас про вирус. Так и есть, про тот самый вирус, который нам мешал жить, который нас загнал по домам. И в этот момент, буквально, когда вот всех напугали, всю страну, да весь мир куда там, всех напугали. Сидите дома, никуда не выходите, только по пропускам. И в этот момент приходит смс-ка. Анатолий Григорьевич. Анатолий Григорьевич. Присылает нам стихи. Да. Так и называется «Вирус». Да? И, конечно же, родилась песня у нас такая. Но она у нас, песня, конечно, вот крик как крик души, понимаете? И написана у нас. Именно в этот момент, ну, кто помнит, тот помнит. Кто, кого коснулось, к сожалению, не забудут. Вот, так что песня об этом. Ужасную песенку поодиночке бы нам не пропасть. Мы стоим снова над вирусной болезнью, взвеем ладони, беду тормозя. Перетерпите, не дрогните памятью, не потеряйте друг друга, друзья. Нам словно в игрище цепи раскованы, и у орудий разинуты рты, лица под масками, белые коконы. Не до войны нам, не до красоты. Взлетки рассветные, вот уже в зоне
ты возрастной, нашей семи, десяти, пятилетняя, матерь победа в обнимку с весной. Вылетаем снова над вирусной наледью, взвеем ладони бельду дермодя. Перетерпите, не трогните памятью, не потеряйте друг друга, друзья. Спасибо большое. Аж даже вспомнила это сидение дома и просто кричала в квартире в своей. Но наконец, когда же вы нас откроете и отпустите на волю? Да. А сейчас вы услышите инструментал в исполнении Сергея Егорова и Дмитрия Мальцева. Да, мы не репетировали. Как это? А, мы репетировали. Всю ночь. Да. Я, чтобы не было, у меня электроаккордеон, поэтому он играет не только как аккордеон, но и как некоторые звуки там. Да, там, или саксофон. Там. То есть не пугайтесь, это я играю. Так вот, «Летний блюз» называется авторская композиция Сергея Егорова. Ну его здесь нет, но он сыграет сейчас. Давайте представим «Летнюю поляну». Лето! Thank you.
Спасибо. Ну, раз так понравилось, давай еще сыграем. Абсолютно. Да. Все умеют репетить считать? Да, у меня есть плюса, которые на 5. Да, не 4, не 3, не 6, 5. Да, похоже, что-то есть. Называется «Поезд дальнего следования». Да, многое приходилось ездить, и приходится... Люблю это дело, поезда. Ну, в смысле, люблю ездить. Вот. Люблю доезжать, но куда деться без поезда, без самолета, без дороги. Так вот, поезд у дальнего следования. Москва, Владивосток. Ну, не так. Thank you.
Спасибо большое. Ну, сейчас слово Дмитрию Мальцеву. Он отличный импровизатор, классный пианист. Вы еще не знаете, какой композитор? Песня от Дмитрия Мальцева. Добрый вечер, дорогие друзья. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте, я ухожу. А Дмитрий Мальцев поет для вас. Нет, пожалуйста, оставайся. Подыграешь. Я хочу вам исполнить совершенно новое произведение. Очень. Называется «Три реки». Романс такой. Для всех прекрасных женщин, находящихся здесь, и не только здесь, везде. Только вы нас оживляете совершенно в разных ситуациях. Мы живем. Итак, «Три реки». Ее великая
одному слеза, другому опыт, на сердце след, на небе след. Пускай вокруг бушуют страсти, но мне спокойствие милей, когда в глазах я вижу счастье любимой женщины моей. И мир превращается в дыхание, которым полон каждый стих, когда приходит понимание, что даже небо на двоих. Мир превращается в дыхание, которым полон каждый стих, когда приходит понимание, что жизнь и небо на двоих. Спасибо. Я впервые ее слышал, поэтому... Он таки тоже. Мы приблизительно так же. Небольшой перерыв, друзья. Спасибо. Мы еще попоем.